Здравствуйте, друзья. Вот за что люблю Озон, так это за их упаковку. Судя по упаковке, здесь должно быть что-то такое. Если не телефон, то что-то где-то рядом по размеру. А на самом деле... На самом деле здесь у нас всего-навсего махонькие, тоненькие. Сверлышко. 10 сверл. 1,5 миллиметра диаметром. И вот они, посмотрите. Вот они, мои сверлышки. И вот она, упаковка. Ну, молодцы. Зато точно знаешь, что все до тебя дойдет.